Сергея Маслехина вопрос по поводу с просьбой назвать четырех производителей, собственно, тех самых, если их всего четыре. Конечно. Это Микрон, это Миландр, это НТЦ Нартис. Можете открыть ГИСП и там, значит, найти всех четверых по АКПД-2. Нет, разве еще не сделал микроконтроллер? Под счетчик, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, насколько мне известно, нет. И еще там предложение по поводу как раз системы прослеживаемости КБ, РРЭП. Отличная Возможно, идея, но нереализуемая. нереализуемо, скорее всего. Я от себя еще хотел бы добавить, что у нас на сессии, которая проходила как раз вчера, была посвящена финансовым инструментам. Вот. И оно как раз ожидаемо все обрушилось в проблему спроса, гарантированного на продукцию. И коллеги высказали предложение, Сергей как раз не даст соврать, что могла бы помочь, скажем так, организация некоторого верхнеуровневого дистрибьютора, этой самой КБ отечественной, который позволил бы нарастить массу и хотя бы как-то сделать цену конкурентной, если мы говорим про именно отечественную и именно КБ. То есть было вот такое предложение высказано. Возможно, то есть упоминался Росрезерв, ну это такое, и упоминалась та же Росэлектроника, которая у нас существует, и вот на базе нее, там за счет эффекта масштаба, можно было бы создать какой-то там супер-мега-классный центр, который позволил бы раскочегарить, как раз придать начальный импульс, да, там, тому самому массовому производству. Как человек осведомленный, говорю, что идеи этой, как минимум при мне, пока, когда я начал у нее включаться, уже более 5 лет, опять же, нереализуемо в текущих условиях.